Кто придумал? Маргарите сейчас будет 12 лет. И где-то через 2 года она уже будет работать. Маргарита, готовое домашнее задание. Это что за карапуля? Вот это мне оставить? В общем, вот сколько я уже налепила. Это на море. Так. Она соперила. Это что такое? Я так тоже сказала. Где мой голос? Почему ты так... Ты здесь спала, что ли? Нет. Они, смотрите, лежат здесь. Пупопик. Привет всем. Доброе утро. С Ксюшей что-то не так. Я так спала тоже. Зачем? Я нахрена и заснула. Ты нога... Ты мне проснулась, я и вот это, и больше не привет, и не больше. Я Маргарита очень много взяла. А кто утром кушает мороженое? Я и Маргарита. Мама. Ну теперь они тоже Бонни хотят. Тоже. Бонни тоже кушает. Теперь они тоже хотят. Бонни! Кстати, она покушает, а потом... Во сколько вы встали? Ай! В 10. Да? Да. Правда? Нет, ну я проснулась в 6 или в 4, пошла попить. Уснула. Приклеила усы, бороду и пошла, да? Угу. Так, будем завтракать. Пить чаек. Кто молоко собирается пить? Я буду хлопья. Хлопья с молоком? А Маргарита огурчик грызет с утра. Там новое нужно открывать. Так, ладно, чайник чай уже согрел, я буду кушать такой вот йогурт протеиновый. Здесь вишня и это голубика. Солнышко, давай выходи. У нас третий день уже дожди идут. А завтра? Солнышко. Все, целая неделя будет солнышко, следующей неделе будет солнышко. Когда школа? Да, когда школа, тоже солнышко. Спасибо. Приятного обеда. Все обедают, а мы завтракаем. Да. Всегда в 12. У нас же каникулы, как так? Не будем вставать рано, да? Надо высыпаться последнюю неделю, девочки. В школу потом. Так же будете учиться то с 7.30, то с 8, да? Начинается. У меня будет до 4. Каролина, в школу хочешь? Почему? Почему? Я тоже не хочу. Угу. А все равно пойдете. А я тоже не хочу. Ну мы тоже не хотим. Хочешь, не хочешь, все равно пойдешь. Я уже 4-6 года иду в школу. Я 11 лет ходила в школу. Плюс еще потом 5,5 лет в институт. А мы 12 пойдем. Так что я уже отучилась. 12 лет отмучилась. Ну кто придумал школу? Маргарите сейчас будет 12 лет. И где-то через 2 года она уже будет работать. Да. Здесь с 14 лет они уже практику проходят. Ну, они не каждый день работают, но где-то 2-3 раза в неделю они работают. И все остальные, и школа, да. Один день работают, один день школа. Ну, в общем, так вот. Будет Маргарита через 2 года уже работать потихоньку, профессию себе выберет. Какая у тебя профессия будет? Знаешь? А ты скажи это, скажи, я блогер. Скажи, у меня уже есть профессия, я блогер. У меня миллионы каналов. Они так на тебя посмотрят. Ну, скажи, сколько их там. А ваши, а у вас? Это. У нас нету. Раз. А у меня только одни прозрачные, что ли? Да. Вот эти два одинаковых, один только розовый, другой белый. Вот этот свой самый первый. Он вообще уже ужасный, смотри, какой грязный. И другой звездочка. Ой, как много чехлов, смотрите, ребят, офигеть. Я просто... А у меня 3 чехла, 2 прозрачных и 1 белый. Аж крышка не закрывается. Да. Куча целая прям, на уверен. Аккуратнее. Все, порядок навела, в школе готовимся. Ой. Выкинула все ненужное. Это что такое? Выкинула. Убирай отсюда. Вещи тоже убирай. Сейчас я буду вот это перебирать все. Завтра, если получится, завтра поедем это за канцелярией. А почему, если получится?
Потому что Максу нужно к зубному срочно, у него инфекция. У него зуб откололся, видела? И там почему? Сразу дырочка. Это а во сколько ему надо идти? После работы, как папа поработает. Срочно нужно, потому что у него десна вздулась. У него инфекция. Это что за каракули? Вот это мне оставить? Ну да, папка же нужна, всегда оставь. Мало ли, что там будешь складывать. Домашку в чем-то приносить же нужно. Что здесь нужно было нарисовать? Просто всякие, видите, да. Пятнышки. Больше ничего не рисовала? Рисовывать пятнышки. Смотрите, это за пятый класс французский. Ксюша, Ксюша, ты же сейчас в пятый класс пойдешь, вот тебе пригодится. Ну тебе пригодится, если вдруг ты что-то там не знаешь, как сделать, посмотришь. Это тебе, как знаешь, готовое домашнее задание, да? У Ксюши после Маргариты готовое домашнее задание. Там проверь все блокноты, книжки, которые, если тебе что-то не нужно, то сразу убирай. Все листочки. Это ты когда делала этот, да? Что она должна была сделать? Коллаж. А это аппликация называется. Она хотела коллаж, но получилась аппликация. Ой, какая прелесть. Мышки под землей. Смотри, она в тупике. Ей идти некуда. Как она туда попала? Как ты ее там замуровала? Она сама оттуда. Замуровала. А как она зашла? Она вот так вот идет. А, вон туда. Да. Угу. А как она сюда зашла? Ты же не вон оттуда, туда, вот там, ну, там не видно просто. Че он плачет? Ребят, мы сейчас будем делать первый раз в жизни суши. Мы купили все для суши. Мы уже сделали рис. Приготовили. Так, у нас здесь креветки. Это... Как они называются? Крабовые палочки. Так, перчик, огурчик, сыр свежий. Так, нам уже не нужно. Так, здесь что у нас? Мало я купила. Где семечки кунжутные были? Так, вот тут черные семечки, семена. Черные семена и... Сколько штук здесь внутри? 5. Значит, у нас 10. 10. Так, а там в интернете было написано, что их нужно поджарить немножко. Они будут вкуснее, да, на сковородке. Так, сейчас мы кунжутик поджарим немножко. Черный тоже, наверное, поджарим. Какой ты хочешь? Ты хочешь квадратные роллы или круглые? Круглые! Ксюш, ты будешь делать? И квадратные. Ксюша больше всего хотела делать и ушла. Так, сейчас я буду резать авокадо, буду резать огурчик, перчик. Все подготовлю, потом будем заворачивать. В общем, вот сколько я уже налепила. Они, конечно, не идеальные по форме, но вроде ничего. Вот еще одна. Здесь 4, вот это 5. Вот, начинка разная там. Ну, не знаю, для первого раза, мне кажется, пойдет. Вот. Так, а вилочки или чем? У нас палочек нет. Руками, что ли? Да. Я палочками не умею кушать. А я так себе. Я ну, хочу это. Не вкусно? Вкусно? Точно? Правда. Ну, немножко рис не такой, да? По-моему, он должен немножко посуше быть. Ну, немножко такое-то. Какой-то другой. Не сильно склеен, но он клеится, но он немножко такой жидковатый, что ли, слишком воды поменьше нужно наливать. По-моему, сильно много воды. Да. А так ничего, нормально. А так нормально, можно. Есть. Что, везде добавила авокадо? Да. А тебе уже не нравится. Не то, что маме не нравится. Папа, я сушмека файла, ты лишь. Вот здесь все написано, что мне нужно купить. Так, вот у меня точилка. Ой, что тут про фокус пропал. Вот. Вот у меня такая красная точилка. Ой, что у меня тут, блин, мусорка полная. Так. Вот точилка, та, которая мне нужна сюда. Может быть, еще какую-нибудь ручку. Надо вот такую вот. Да, вот еще есть.
книги, которые мне тоже нужны. Ну, еще и вот эту вот ручку с собой возьмем. А мы потом 100% все пойдем покупать, и мне нужно там еще и тоже стирательные ручки купить. Так, карточки. Здесь у меня тетради. Для школы нам не нужны тетради, но... Ну, я в них дома пишу. Дальше здесь у нас, чтобы научиться писать. И я умею писать просто некрасиво, просто такими буквами, которые в книжке. Здесь у меня еще такие эти тетради, ну, большие тетради, которые нам уже давали в школе. Но они у меня еще не полные. Так что вот. Здесь у меня еще папка. Не знаю, наверное, мы еще и новые папки купим. Не знаю, ну, в общем, я почти все оставила. Здесь у меня книжки, которые я их вообще не читаю. Вот эту вот я уже прочитала. Мне всю. Здесь 3-4 класса. Я ее все еще читаю. Здесь у меня блокнотики всякие. Это тоже, чтобы рисовать. Это мой. Ну как, ежедневник, как он называется, не знаю. Тут еще книжки. Ой. И тут еще карандаши. Не карандаши, а мел. Здесь у нас еще пенал, где ластики. В общем, здесь очень-очень много ластиков. О, кстати, вот этот можно Каролинке отдать. Пойдемте ее спросим, если ей нравится этот ластик. Тебе нравится этот ластик? Да. Тебе его в школу подойдет? То есть он тебе в школу подойдет? Угу. Хорошо, это твой. Я тебе его потом дам, когда мы будем забирать ее портфель. Тут рисунок сильно приклеился. Но я... Мы сейчас будем играть в прятки. Я буду считать. Я. Насколько? Да, 20. Смотри. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 19, 20. Я иду искать. Макс, все нашла. Тут сидит. Каролина. Вот там, ну я там. Макс, ты не должен туда идти, где Каролина. Так. Она за дверью была. Я так иду, вообще так иду. Иду, она там. Это Макс должен считать, хорошо? Ты должна для него считать. Хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Привет, он меня нашел. Ну да, тут видно. Ай. Да. Спешно масса пси. А? Спешно масса пси. Так, сейчас мы смотрим телевизор. Я Максику порезала киви. Он его уже съел. А сейчас я кушаю хлопья. Я буду тоже. Нет, ты уже киви съел. Что ты делаешь? Что? Я хочу. Ну иди. Ой, блин, фокус. Я не знаю, что случилось с камерой, она все время фокус. То есть все время фокус пропадает. Ух ты. Отправляйтесь в плавание. Смотри, как раз розовенькая и зеленая.
повезло, девчонки, зеленые. А какой размер для вас? А чё, очки такие классные? Качество хорошее прям. Мягкое даже, где нос, смотри, чтобы нос засунуть. Ух ты, какое мягкое. Угу. Мне нужно немножко побольше. Ой, нужно затянуть. Побольно сильно? Все время. А где моя труба? Смотри сюда. Ксюш. Мама, где моя труба? Все, собираемся на море. Потеют стекла. Ты уши ты зачем заворачиваешь? Уши заворачивают. Да, у тебя завернулись уши в трубочку. Я тоже. Потом так и останутся торчащие. Четыре. Пять. Под музыку еще. Восемь. Девять. Десять. Не устала? Давай. Давай. Сама держательная. Ты куда собралась с рюкзаком? Она... Эти рюкзачки, знаешь, еще кому покупали? Маргарите и Ксюше. Чей этот рюкзачок был? Мой. По-моему. Я их еще покупала, когда там в Бишкеке жили. Барашек? Где барашек? Не знаю, а барашек был. Да, был еще была овечка и вот этот жирафик. Я их покупала, когда Маргарита, не знаю, с Ксюшей сколько было, по 5 лет. Нет, 4 года, наверное, было Маргарите. Значит, не 3. Да, где-то 2-3 тебе было, и Маргарите 3-4, так вот. Представь себе, сколько уже лет. Давай, зубки чистим и спать. Завтра рано вставать, мне в 7 часов к зубному ехать с боксом. Папа нас записал к зубному в 7 часов утра. Да. Не, ой, в 7 часов, 8:45. Ну, в общем, вставать нужно рано. Будем зубки лечить завтра. У вас зубки нормальные? Не болят? Не беспокоят? Ну, шатается. Ну, шатается это. У меня кривые. Нормально у тебя зубы, ничего не кривые. Я это видела, кривые. Нормальные ровные зубки. Максим, ты как всегда путаешь комнату. Ты как всегда путаешь комнату. Это не твоя комната. Я тут буду спать, мама. На Бонином месте? Да. На Бониной подстилочке будешь спать. Вон там твое место. Место, Ксюша, место. На волосатое не ложись. Ну, пыльная, грязная. Бонька там лежит, вся шерсть там. Ладно, все, спокойной ночи. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Ксюш, пожалуйста, переезжай в свою комнату.